Украине гибнут за кредит, за кредит МВФ. Одним из условий предоставления кредита МВФ было полный контроль за территорией страны, Украины, так называемой. Как только Донбасс вышел из подчинения Украины, промышленный потенциал Украины не позволяет получить более траншей кредита МВФ. В связи с этим Порошенко активизировал операцию на юго-востоке Украины. Вот, собственно, вся правда о кредите. Кредит МВФ оплачивается кровью украинцев. Что можно сказать еще по этому поводу? Порошенко, экономя средства, заявил, дословно зачитаю: «Не будет больше расходования миллиардов народных средств налогоплательщиков на никому не нужные научные программы». Это его дословное выступление. Собственно говоря, и закончил он, что теперь эти все миллиарды будут расходоваться на так необходимые бронежилеты, тепловизоры, беспилотники и прочие вещи. Он не одинок. На земном шаре есть еще места, где точно так же считают, что научные изыскания никому не нужны. Это индейцы, живущие вдоль реки Амазонки, и некоторые племена в Африке. Они делают лучшие в мире луки и щиты, а наука им ни к чему. Ну вот и Порошенко туда же. Таким образом, деградация Украины идет очень быстрыми темпами.